сразу. Если Бог даст мне такая девушка, я уверен, что я буду очень же рад. Дарина, 24 года. Полностью разочаровалась в мужчинах после того, как застала возлюбленного в постели со своим боссом. Дарина – менеджер в международной логистической компании. Подрабатывает моделью, гордится своим чувством юмора, предупреждает, что часто меняет цвет волос и тоннами поедает апельсины. Мечтает, чтобы каждый день был похож на Новый год. Дарина не готова связать свою жизнь с унылым мужчиной и никогда не ответит взаимностью кавалеру, у которого аллергии на цитрусовые. Теряет волю от высоких темнокожих парней, не избалованных русскими женщинами и не напуганных русской зимой. Да, ну такого представления невесты еще не было. Я вам хочу сказать, это просто так впечатляет. Дарина, с кем вы пришли? Представьте сватов своих. Я пришла с своим другом детства, первым нарциссом. И своим другом Яном Сати. Здравствуйте. Очень приятно. Пьер, я знаю, что вам нужно переодеться. Да-да-да, потому что очень жарко. У вас не то, что у нас в Африке вообще. Очень пожалуйста, жарко. Мы вас ждем. Можно, пожалуйста? Конечно. Спасибо. Вот и да. Да, вот это вообще интересно. Такая, ну, которая... Дарина какая-то отдельная девушка, что ей вот рожена, подавая и все. Вот ей наших парней-то не хватает, хочется... Или что? Знаешь, нет, конечно, не рожна. Вы просто очень тонко во всех своих пожеланиях схватили один из основных символов вашего гороскопа. У вас очень сильное солнце, сильный знак льва, несколько планет в знаке льва. Что такое солнце? Ну, это, конечно, не только тепло, это не только Африка, то, что у нас ассоциируется. Это энергичность в людях. А темнокожие парни, наверное, ассоциируются вот с такой энергией, брызжущей через край. Поэтому неудивительно ваше вступление и такое начало нашей программы. Говорит, что любит цитрусовые, а цитрусовые – это... То, что управляется солнцем тоже. То есть вы пытаетесь добрать этой солнечной энергии отовсюду. Почему нет? Я жутко люблю цитрусовые. Я знаю, что у нас в Новый год все кушают мандарины, но я всегда кушаю апельсины. Какая прелесть. Я даже один сейчас почищу, чтобы был запах. Спасибо, чтобы вас порадовать. А, брат, смотри, как. Зато я люблю бананы. Вау. Смотри. Ой, какой красивый. Спасибо большое. Какой красивый. Пьер, спасибо. Я вообще хотела бы, ну вот здесь не будет четвертого стула, чтобы вы сегодня были моим консультантом. Да, в вопросах. Я, честно, у меня много потенциал, чтобы помогать. Помогать вибрать. Поэтому, то, что надо, да. Даже несмотря, что мы с вами в таком отдалении, вы мне все равно будете помогать. Я вам буду задать вопросы. Будете меня консультировать, хорошо? Хорошо. Это парень вообще, наверное, он будто тебе мешает, да? Я хочу отдельный респект и спасибо этой красавице. Какой вы молодец, Пьер. Я знаю, что это ваша дочка, что вы ее выводите на сцену, что она рядом с вами. Как тебя зовут, краса? Каролина. Каролина. Как ты похожа на папу, я тебе скажу. Значит, будешь счастливой. Замуж еще не собираешься? А жених есть? Нет жениха? Есть. А, ну есть. Чуть-чуть. Но папа об этом пока не знает. Да. Да. Папа, губу себе до крови не прокусите, пожалуйста, ладно? Уже заранее, наверное, да? И зубы не раскрошите. Бедные женихи, я представляю, что с ними будет. Если у меня будет такая, будет, знать, как имя как будет. Снежан. А скажите, пожалуйста, Дарин, так что там за история была у вас такая? Я застукала своего молодого человека в одной постели с своим лучшим другом, который к тому же по совместительству был моим боссом. После этого мне пришлось уволиться. Ужас, ужас. Может быть, они просто замерзли? Я сомневаюсь. Нет, и греются. Так и не греются. А вы прямо знаете, как греются? Я подозреваю, как греются. А вот у них, может быть, корпоративная этика позволила греться именно вот таким вот образом? Мужчина, девушка, да? Ну, я понимаю, ну, что за вкус, что за... Не, давай я об этом... Брат, ты же знаешь, у нас такая не бывает. Давай послушаем. Ну, это же страшно, понимаешь? Ну? А он не стал вам ничего объяснять, что тебе показалось? Нет, они даже не отрицали. О, времена, о, нравы. Да, Пьер? Да? Вообще ужас, нет? Я просто не понимаю, о чем вы говорите, потому что
мы любили, любим женщину. Я знаю, да, у вас на лице написано. Жены, да. Конечно. И не одни это жены. Или если... Одна. У меня только одна, я не повторю. Вы счастливы в браке. Да. У вас совершенно фантастическая девочка. Спасибо. А по ребенку всегда видно, спасибо как мама большое с папой живут. Да. А есть какие-то специальные правила? Как вам угодить, какие у вас традиции, как важно ли для ваших родителей, чтобы ваша жена была соплеменницей? Слава Богу, что у меня семья очень воспитана и смотрит жизнь уже по-другому. И когда мы прилетели в Камеруне, уже в аэропорта, был просто фурор, когда меня ждали в аэропорта, когда все называли моя жена в аэропорту Барби, русская Барби. Я понял, что я в России нашел самая красивая девушка, которую можно найти. Знаете, почему в России у нас русская девочка ругает мужчин? Пускай Россия. Скажи, люди, Россия, Сенегал, Африка, Америка, один некоторый. Но вы же свои традиции не оставили в Африке, в Камеруне? Я скажу. Даже мои друзья, с кем я учил до французской школы в МГУ, много меня назвали Петрович. Мне кажется, что где-то душа у меня больше, не иногда русский. Я даже не надо чувствовать, что я больше много понимаю. Даже мама была недавно, сидит моя. Здесь она, была мама? Да, и она видит, как я соблюдаю все эти маленькие русские законы, забыл что-то дома, зеркало смотрел, да, стучил три раза через плечо. Да, плечо. Все это я соблюдаю четко. Главное, чтобы водку не начали здесь пить по-черному. Но бывает. Не, поэтому она старается соблюдать и... То, что дома, это самое главное для меня. Ну, то, что он женат, это само собой. Ему не выбирать. Он уже свой выбор сделал. Вот сейчас правило для Дарины. Чего ей будет непозволительно в африканской семье? То есть, когда муж у нее будет африканец. Самое главное, уют дома. Когда, например, мой папа жил, когда он ходил на работу утром, моя мама всегда спросила: дорогой, что хочешь кушать? Пожалуй, сегодня? Даже я это буду записывать. Да. Она всегда спрашивала, что будет он кушать сегодня. И тогда, когда он приезжал домой после работы... Он знал, что да, его ждет. Да, он знал, и он просто бегом домой, потому что он знал, что сегодня будет фу-фу. Сегодня будет, не знаю, там... Представляешь, какая мудрость, да. Казалось бы. Это очень важно. И еще и зачем ему какие-то друзья там где-то, если он знал, что его будет ждать фу-фу дома? Да, а еще. Что это, кстати? Правильно, номер два. Никогда не надо спрашивать мужчина, куда ты идешь. Потому что он идет искать богатство для дома. Это очень важно. Ты же не будешь же кушать червячков всяких там, да, личинок. Они с удовольствием их наворачивают. Они очень их любят. Хоть, Дарина, да. А что вы сидите как засватанная? А я запоминаю. А что вы не спорите, запоминаете? Фу-фу, самое лучшее. Да. А может, вы скажете, я, да чтобы еще и готовила, я работать буду. А жене, кстати, позволительно будет ходить на работу? Да. Я считаю, что даже в Африке сейчас мир такой современный стал, что... Никто не хочет жена, которая сидит дома. Никто. Скажите, а друзья могут быть у нее мужчины? Нет. Вот она будет говорить, ну он мой друг, ты не понимаешь. Мы знаем эти друзья. Да и я тоже понимаю про это все. То есть правильно я понимаю, Пьер, что как только Дарина выйдет замуж, вы сразу сделаете шаг назад и из ее жизни исчезнете, как друг. Да, если мы встречаемся, обязательно, я не имею права с ней встречаться на тет-а-тет. Без моя половинка. Это не должен быть. Как мне даже, всегда нравится. Да, даже если нравится. Вы друзья, я считаю, зачем встречаться отдельно? Да. Что тебе может дать Дарина, да. То, чего тебе не может дать жена. Правда? Правда. А вы сами-то чего хотите, кроме того, что он должен быть не русский? Какие требования-то у вас? Вот вы уже послушали свод правил. Мне нравится. Все устраивает? Да. Смотри, все-таки так вот прийти, как невеста в голубом платье. Ну, а еще смелость иметь. Что посоветуете Дарине, когда у нее все сложится, она полетит, допустим, в Камерун знакомиться с родителями жениха? Да. Что ей нужно знать, как дважды два? Вот обязательно. Как ей уважить родителей? Может быть, с какими-то подарками определенными приехать? Но подарки, само собой, но подарки – это не всегда самое главное. Улыбка человека. Я помню, когда моя половинка пришла в Камеруне, улыбка, ощущение, что она хочет
помогать что-то на кухне. Мама идет на кухню, она вот. Что-то на ее плохой французский с руками объясняет, что помогу. Для мама это уже какие-то бонус. И у нас тоже так. Вот заслушались. Вот ничего из того, что вы перечислили, что я сказала, правда? Поэтому, когда говорит, у африканца одно, у русских другое. Да, вы совсем согласны? Да. Поэтому я вас пытать особо не буду. Будут женихи, и уже будем общаться. Если забрать девушку, ей принести туда. А здесь у нас, здесь культура же другая же. Да, да. У нас надо прятать все тело, не показать, ходить на трусы, там бикини не надо. Да, да. Василиса, что там звезды нам говорят про Дарину? Звезды говорят про Дарину, что Нептун в седьмом доме заставляет человека часто обращать внимание на несуществующие, несущественные подробности. Сегодня вам может захотеться познакомиться с африканцем. Завтра, например, чтобы мужчина обладал каким-то экзотическим хобби. Гуманоид, например. Я вас призываю все-таки не поэтому выбирать. Я вас призываю выбирать просто темпераментного, активного и независимо от цвета кожи, искать в мужчине именно энергичность. Она не будет тусоваться с кем попала эта девушка, я в этом уверен. Вот с кем попала не будет. Ну да, это... По ней видно, что она интеллигентная. Ты знаешь, а может и наоборот, тут трудно сказать. А я хочу просто дополнить, знаете о чем? Женщина всегда ищет мужчину. И потому что муж, да, корень от слова мужчина. А мужчина ищет родного человека. Слово род. Вот как бы вот здесь все бы у вас совпало все-таки, потому что родовая память, она существует. Я еще хочу добавить по совпадению, что не надо, честно, я не вижу, моя жена белая. Я даже не думаю, какой цвет она. Я вижу просто человек, любимый человек. Я не вижу, она черная, зеленая, я не вижу цвет. Честно, я даже не думаю об этом. Как это важно. Да. Русская женщина, они хотят забрать все мужики, чтобы они здесь остались, не ездят никуда. Ну, это тяжело, понимаешь, да? Ну, я не хочу так, я хочу, чтобы еще мои родители тоже ее видят. Понимаешь, я ее заберу хоть на пару месяцев. Самые настоящие африканские страсти разгорятся сразу после рекламы, не пропустите. Пожените, у нас в студии Дарина. Идите, знакомьтесь с первым женихом. Удачи. Привет, красавица. Привет. Как дела? Замечательно. Это за твою красоту. Спасибо огромное. Какой раз мужчина. Проходите, пожалуйста. Ты вообще откуда? Из Африки, что ли? Нет, нет. Не, не, вроде не из Африки, я европейский, но просто немножко задарили. Давайте на вас посмотрим. Джексон, 25 лет. По образованию экономист, работает фотографом. Гордится знанием 5 иностранных языков. Мечтает стать алмазным магнатом. Предупреждает, что терпеть не может борщ. Русская возлюбленная Джексона неадекватно отреагировала на его просьбу отказаться от дружбы с другими мужчинами и выгнала его из дома. Надеется, что Дарина окажется более сговорчивой. Как тебе, Джексон, что скажешь? Астрологически выглядит как человек, достаточно требовательный по отношению к женщинам, даже придирчивый чрезмерно, довольно властный. Но Луна с Юпитером соединяется в рыбах и все-таки гуманист по натуре, поэтому я предполагаю, что даже если вспылит, то быстро отойдет, или если властный, то цель это все-таки в конечном итоге какая-то благая. Как тебе жених? Ну, мне жених нравится. Только вот непонятно, хотите жениться на русской, а борщ не любите. Пускай тогда Дарина ради такого алмазного магната будущего научится готовить африканскую кухню-то, ничего. Ну, ради этого... послушала фуфу, я уже умею. Во, фуфу уже умеем. Вот, молодец. Он вообще знает, что это такое борщ? Он не знает. Ну вот почему не любит. Нет никакой связи, все. Найти девушку, это сложно. Почему сложно? Потому что у меня такой друг русский. Он мне сказал, что если ты хочешь проблем, а твоя жизнь, надо пожениться с русским девушкой. Это уже проблема. Уже. А он сам-то русский был? Да, русский друг. Он русский.
Он, я его сказал просто, а я очень понравился русский девушка, они очень красивые. И в общем, он познакомил вас с русской, вы влюбились и стали вместе жить. Уже после 2-3 месяца назад она меня пригласила, ну тогда я живу одна, ты мой парень, тогда возможно жить вместе. Просто я сказал, в этот момент я сказал, ну у меня нет хорошей зарплаты. Я не могу жить у тебя как Альфонс. Тебе надо подождать чуть-чуть, потому что работа, которая у меня бизнес, который я сам занимаюсь. Вы фотограф? Да, конечно. А что вы фотографируете, кстати? Банкет, свадьба, поняла. День рождения, такой. Ну, то есть, то есть деньги, то их нет, понятно. Да, и, к сожалению, для меня, во время, когда я сказал, ну, я не готов, подожди чуть-чуть. Она сразу искала другому парню. Познакомился уже на другой парень. Она вам изменила с вашим другом? Да. Он не похож на человека, ты можешь любить даже. Смотри на него. Ну, брат, смотри. Вы тоже считаете, что у вашей девушки есть, или у жены, если у вас все будет уже, не должно быть мужчин-друзей? Ну, если мы... Она согласна со мной, мы должны понимать друг друга. И, знаешь, я мужчина. Я не как русский, потому что русский девушка нравится ругать мужчину. И нравится командовать, блин. Ну, неправда. Командовать? Ну, конечно, неправда. Я живу в России, у меня ребята. Нет, разные есть. Есть, вот. Которые над русскими... А как... вы... Мало того, есть мужчины, которые любят, чтобы командовали ими. Да. А вы... Да. Нет, да. Вот когда вы рассерживаетесь... Чего? Когда вы сердитесь или когда вы злитесь, какой вы? Сложно, сложно. Да? Конечно. А вот он молодой, еще 25 лет, господи. Вот это что? А, вообще, если она не мне понимает, понимаешь, что... Можно ударить? Конечно, значит, это тоже как перец для любовь, знаешь. Заберите свои цветы обратно, пожалуйста. Но он точно из деревни. Он точно из деревни. Потому что такие лесы в городе нет, не бывает такие люди. Я честно говорю. Я считаю, что это не должен быть, это не должен быть, что он сказал, что так будет. Это уже показывает характер человека. Послушай, Пьер, он же не сказал, что он ударит, потому что у него плохое настроение. Нет, он смотрите, сказал, если она... Пусть жена знает сегодня. Изначально, чтобы Дарина. Не было потом неожиданности. Нет, да. Хорошо, Пьер. Чтобы знал, но мы на это можем и не соглашаться. Я согласна. Это... Да, но смотрите, сегодня у друга немножко... Я его знаю хорошо. Он на самом деле другой. Он, а может и не будет вот так? А, не, это просто шутка наверняка. Русская девушка любит, когда любит мужчина, который показывает себя, говорит, объясняет то, что вот так надо. Да. Он не знает, как говорить с девушкой. А у вас только в проекте алмазные эти... Копии, да. А может быть, какая-то ферма там крокодильчиковая есть? Может быть, землицы уже прикупили? Но у вас есть свое место, где бриллианты? Конечно. А, уже есть наследство. Есть. Мой папа был такой бизнес-человек. Он сам производит как алмаз. Ой, Дмитрий, так можно было ничего не рассказывать. Господи, а мы тут пытаем. Ребят, кому нужно для сюрприза переодеваться? Да. Пока вы переодеваетесь, мы посплетничаем с Пьером, поэтому вы готовьтесь к сюрпризу, проходите. Конечно. Давай, да. Пьер, да. Ну это нас можно обмануть, а вас навряд ли. Вы, наверное, насквозь своих видите. Да. Но если по виду, честно, он мне приятно, как человек, да, по как он выглядит, но даже в Африке мы считаем, что если человек хочет идти из такой жизни, холостая, да, и создать семью, надо сначала все это убрать, потому что это показывает уже статус человека. Если человек будет продолжать уже, когда он имеет жена, дети с такими локс, дред, это несерьезно. Потом ему борщ не нравится, и это не нравится. Началось. Ой-ой-ой. Не, ну смотри. Ну смотря. Знаешь, мне что понравилось? Да. Он сказал, я не Альфонс. Когда тебя предлагает девушка, которая имеет квартиру, прийти жить, да, и тебе трудно работать в жизни, я, честно, вижу очень мало парни, который будет сказать, нет, я не могу, ты что, я хочу сам работать, я буду жить отдельно, когда будет деньги, я... Кстати, вот правда, но вот у нас так же, да. Самый муж ко мне пришел, у него была сумка Олимпиада 80, 5 колец таких, и мишка олимпийский, и у него был на плечах 3 рубашки. Ну, он пришел ко мне, у меня же... Двери, я думаю, боже, какой ужас!
Он говорит, ну ты не расстраивайся. Ничего, можно я... Я говорю, ну да. Поэтому мне кажется, да, в этом что-то есть. Что-то есть. Это не может быть. Если... Но звучит красиво, а я ей сказал, я не Альфонс. По-любому его не выберут. Я честно говорю. Она моя. Чисто для меня ее создали. Я тебе честно говорю. А вы-то сами что скажете? Знаете, я скажу, что я в первую очередь в мужчинах ценю мужество и честность. И даже в шутку не приемлю то, что он показал. Даже в шутку. Послушайте, упаси, а когда вы с этой данностью столкнетесь, что вы будете делать? В шутку, не в шутку? С какой данностью? Когда ей накостыляют? Да. Ну так данность не терпеть надо, а прекращать ее и уходить. Не надо провоцировать, конечно, не надо создавать ситуацию. В шутку, не в шутку. Нет, не надо. Я думаю, что фраза «не надо провоцировать» — это все время обвинение женщины бесконечное. А ты не провоцируй. Нет, не надо терпеть таких мужчин. Согласна. Жених готов показать вам сюрприз, поэтому проходите, давайте посмотрим. Даринка, я тебе подарок. Это варежки, я знаю. Да, конечно, давай. Как в России я очень люблю. Так, зимой. В России носят. Да, очень. И тогда давай наши песни, которые я понравился с ребятам. Давай тогда. Воу. 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 Он же русский. Он же русский, я тебе же говорил. Так не танцуй, брат, смотри, замерзнешь. Давай тогда по-нашему, по-африканскому, такой подарок тоже. Задаю вам последний вопрос. Вам нравятся русские зимы? Ну, нравится, если не холодно. Не очень холодно. Спасибо. Но когда уже 30, я вообще не понравился. Спасибо, ребята, проходите в свою комнату. А вы к нам возвращайтесь, Карина. Ты помнишь, что я тебе сказал по поводу русской девушки, да? No. Да, она нравится командовать, если она слышит, что... Я такой жесткий человек. Вот сразу, ну, давай, давай, Светка. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Пока идет реклама, второе племя готовится представить своего жениха на суд нашей невесты. Оставайтесь с нами. Поженись, у нас в студии Дарина, встречается второго жениха. Здравствуйте, дорогая Галина. Здравствуйте. Разрешите, пожалуйста, вас поцеловать руку. Меня зовут Хенок. Я уверен, что она моя. Спасибо большое, да. Вот и заявочка. Я слышал, что у молодого человека ему не нравится борщ. Я люблю борщ. Понимаете, да? Я люблю его готовить. А я умею готовить.
Опа! Это заявка на сватовство. Это тебе не цветочки, ромашки. Убери, пожалуйста. Борщ. Это ложечка. Я хотел, чтобы вы пробовали. Я попробую. Я попробую. Чуть-чуть. Попробуйте. Ой. Ой, а гримаса. Ой, так она еще нюхает. Ты посмотри, а. Вы можете больше ничего не делать. Вы нам нравитесь. Ну, чтобы узнать вас еще лучше, давайте посмотрим на экран. Хенек, 32 года. Менеджер по продаже шкур диких животных. Дает частные уроки французского языка. Мечтает купить землю в Латинской Америке и построить целый город. Считает, что русские девушки самые красивые в мире и самые страшные в гневе. После 5 лет гражданского брака Хенек сделал своей русской возлюбленной предложение, но в ЗАГСе будущая теща запретила им жениться. Надеется, что между ним и Дариной не будет препятствий. Ой, Хенок. Красавец, красавец. Ой-ой-ой. Василиса, ну скажи что-нибудь о женихе. Точно готов жениться. Но есть одно «но». В гороскопе Венера в квадрате с Ураном. Причем этот аспект будет действовать всегда. То есть он всегда склонен переживать от женщин неожиданность. Его либо могут покидать неожиданно женщины, либо устраивать ему неприятные сюрпризы. Вот давайте попытаемся сегодня разобраться. Может быть, Дарина сможет не устраивать ему таких неприятных сюрпризов, как? Вот, Роза, я тебе что хочу сказать. Вот я не знаю, Пьер со мной согласится или нет. Вот зашел мужик, и какой у него цвет кожи, и какой у него рост, и что есть, и заполнил с собой все пространство. Правда, Роза? Да. Уже так это все. Уже готовы просто-напросто. Сразу видно, подкованный он, выкуп принес, накормил. Ну, ходите, блондины, перекрасим, вообще не отличите. Вообще просто не отличите. Свой! Тебе надо было жареного сала сковородку ей предложить. Что это вы такая сидите, малахольная это? Вы знаете, здесь девчонок какое количество? Вы одна хотите замуж за страстного африканца? Мелёсин, боритесь. Опа! Спасибо большое. Очень доброе. Мне нравится, борщ любите, а русские морозы? А мороз уже привык, в принципе. Вы так, я так понимаю, сегодня, да? Мне честно, жарко. У них морозов нет, зимы нет, весны нет, осени нет, одно лето. Кроме того, что русские женщины страшные в гневе, что-нибудь еще заметили, какие-то особенности в русских женщинах? В принципе, русская женщина сама себе неплохая, да? Они неплохие, нормальные люди, ну... Тёша. А у вас другие? У нас нормально, я говорю. У нас сразу нормально. У нас, когда два человека любятся, да, это их жизнь. Мы просто приходим у родителей показать, что вот моя жена. Ханок, хотите приятный анекдот про тёщу? Скажите, пожалуйста. Сидит зять с тёщей, обедают, и вдруг тёща подавилась. Эй, говорит, похлопай! Он говорит... Ну, на самом деле, надо аплодировать. На самом деле... Извините, я же не сужу, я не говорю, что все одинаковые, но есть другие нормально. Послушайте, не каждый мужчина, у нас очень, кстати, мужчины не любят жениться. Они наоборот, вы как пожить, вот там даже с подарками готовы, жениться не очень любят, а вы и жениться согласились. А главное, почему только в ЗАГСе призналась об этом? Может, вы пьяные пришли? Нет, трезвые же. Трезвые? Ну это же, у нас это не так, мы когда приходим на там... У родителей, ну, на свадьбу, да, прихожу вас в гости, примерно даю, извините, без обиды, да, вы жена, мать, моя жена, я никогда не приеду к вам пьяный. Даже если я пью, я буду стараться не пьянеть. Честно, да? Потому что у нас это не уважение. Ну хорошо, ваша версия. Почему вдруг она уже в ЗАГСе сказала, не хочу, чтобы... Она любит деньги. Много денег. О, но понятно. Деньги есть, но я не люблю показать, надо доказать. Хорошо, Хенок, скажите, а сколько было невесте лет? 24.
Ну, молодая, поэтому слушала маму. Да. Один раз я слышал, что одна девушка мне сказала, что один мужчина – это мало. Слушай, мы много чего-то слушаем в России, в Африке, везде. Вот идеальная жена в вашем представлении. Не худая, нет? Не худая, не худая. Это не самое главное. Это нет? Сердце и понимание. Если она понимает, что тот человек, который сидит да, перед ней, это серьезный, это человек, нормальный человек, тогда все. И если любит, так на 100% может до смерти. А ваши родители не будут против русской невесты? Нет, у нас не так. У нас родители не лезут на наши отношения. Я просто прихожу, покажу, я говорю, ну, папа, у меня есть нежное, хорошее слово уже нет. Ну, скажу, что моя, вот папа. Это моя. Сколько детей хотите? А вы понимаете, что насчет детей, это все договор. Надо разговаривать с ней, договариваемся, скажем, ну, ладно, я сегодня. Я троих хочу. Так, троих? А, я люблю детей, честно, я детей люблю. Кынок, скажите, увезете с собой в Африку Дарину или приедете и согласитесь жить в Москве? Это обязательно, она должна видеть мои родители. Вы согласитесь жить в Африке? Думаю, да. Знаешь, что я могу сказать? Я не знаю, такая девушка, это не для пожениться. Кстати, а вы хозяйка-то какая? Отличная. А вам важно, чтобы была любимая женщина хорошей хозяйкой? Или ну, все равно? В принципе, да, это очень важно. Надо. Да, а вот, кстати, надо. Кто завтрак должен готовить, мужчина или женщина? Поспать ну, ли вы, Дарина? Ну, зависит от того человека, который проснулся первый. Я считаю, что это нормально. Завтрак, это не обязательно, это что она должна... Это я буду жить нет. И каждый день завтрак в постели. Скажите, пожалуйста, то есть это не надо вставать в 5 утра, готовить горячий завтрак, как я это, и потом салфеткой закрывать, чтобы не остыло, нет? Вы знаете, что все это просто, как можно сказать... Хочется сделать приятно тот человек, тот человек, сделай. Который... Да, сделай. Если хочешь, сделай. Хорошо, если а любишь, можно мне просьба одну? Я очень хочу посмотреть на сюрприз. Сделайте мне приятно. Можно я скажу? Кое-что. Я хочу сказать, что парень, только он вошел, взгляд, обаяние, это сразу определяет, как его воспитывают родители. Я хочу сказать, точно, точно, 100%, что парень... родился в семье и жили в семье, очень воспитан. И то, что он говорит, я, честно, его не знаю, но я говорю, что он говорит правду. Во-вторых, в Африке говорят, что когда жених, уже живот есть, да, это статус в Африке, все есть. И поэтому я не знаю, да, как дальше будет выбор, но, честно, у нас большой... Мне понравилось да. Тоже, он внимательный, но очень. Были какие-то детали тут, которые я тоже заметил, и мне это понравилось. А мы это первее сказали, чем вы, что он нам понравился. Ну, значит, мы тоже африканки, и мы тоже все чувствуем. Пожалуйста, парни, проходите, покажите сюрприз. Спасибо. Проходите в свою комнату, а вы к нам возвращайтесь. Фантастический парень, фантастический. А вам-то как? Зажат. Зажат очень здорово. Даже неинтересно, что у него там есть, есть у него там рудники какие-то или нет. Заработает. И этот парень не умрет точно, и жена его никогда не умрет. Ни с голоду, ничего.
Да. Совсем скоро в нашей студии наступит настоящая африканская жара. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Дарине познакомиться с третьим женихом. Удачи. Спасибо. Здравствуй, Дарина. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Ну, здрасте, замерли. Проходите, будем знакомиться дальше. Дарите подарочек-то. Дариночка, это тебе конфеты. Спасибо. Угощение для тебя и твоей семьи. Дарина, я имею в виду конфеты и цветы, что самое интересное для русской девушки. Лариса, а это я хочу вручить вашему коллективу. Чтобы вы чай попили. Ты что, на троих одну коробочку? Ну, все равно, это там она не одна. Давайте посмотрим на вас. Михаил, 36 лет. Фурнитурщик на мебельной фабрике. Мечтает принять участие в программе «Минута славы». Предупреждает, что женится только на той, кто будет экономить электроэнергию и согласится на брачный договор. Когда Михаил в очередной раз поймал свою возлюбленную на измене, пожаловался ее родителям, и они с извинениями забрали дочь домой. Надеется, что Дарина – порядочная девушка. Решили на нас сэкономить, нет? Нет, не решили. Нет, так, а я вот смотрю, срок годности. Это не... Истек, что ли? Конечно. Не думай, что он просрочен. Не думай, что он истек. Прикинь. Он даже собирает его отравить, прикинь. Криминал какой-то, я честно говорю, смотри. Скажите, вы что делать будете вот с такой, с противной Дариной? Ей тут и борщ, и сало, и лучок. Она сидит и на все смотрит. Мне... А вы ей будете, только и будете у нее нянькой, уборщицей, посудомойкой. Я пришел сюда на проект для того, чтобы познакомиться с девушкой, которая будет неверной спутницей жизни и без вредных привычек. А брачный контракт вам зачем? У вас что есть делить? У меня квартира в Луганске. Ага. Дело в том, что я готов разделить сердце с Дариной, если она меня... Ну не квадратный выберет. Метр, правда ведь? Вы же умрете без половины сердца, зачем вы мне мертвый? Дариночка, я буду счастлив, если выберу тебя. А у вас ты очень брачный подходящий контракт человек есть? Для меня. Вы... Сколько я жила с папой и мамой, и моей дядей, я никогда не слышала о брачном контракте, потому и что... И вы с женой не составили брачный контракт? Нет, я считаю, что все то, что мы имеем, не дай бог, если мы будем мирно все это делить, и я считаю, все то, что я работаю сегодня, это моя дочка. Вот видите... А вы, даже живя в принципе, с гражданским это браком... Это не мое решение, Лариса. Это решение моих родителей. Брак, контракт, знаешь, тип, это мой стакан, это мой бокал, вот твое это. Это твои, мои не трогай. Это авантюрист, брат. Настоящий. Бывшая жена мне изменяла. Я пытался вещи выставить. Она цеплялась мне в объятия. А как вы узнали? Я узнал от людей. И она признавалась в последнее время, что она изменяла мне с другим мужчиной. Так она хотела, наверное, вырваться от вас. Нет, может быть, она вас, наоборот, хотела страсть у вас разбудить, чтобы вы приревновали? Она меня тоже, кстати, ревновала к другим девушкам, но я ей старался не изменять. Ну она как, плохо старались, изменяла. Наверное. Она, дело в том, что постоянно ездила к родителям. Она не сидела дома. Не, помогать она помогала. Она тоже была без вредных привычек. Но дело в том, что она оказалась... А как непорядочной. А как узнали-то? Дело в том, что все началось с того, что... Люди зря не скажут. Да, гулящая, она паразитка. Меня познакомила тетя, ее знакомые ее хорошо знали, эту тетю. Она меня свела с этой девушкой, а теперь ее родители после развода с ней говорят, что она сводница и разлучница, свела и развела. Многие думали, что вообще эта тетка ведьма. Вот так, да, вот. Вот так думали. А я думаю, хотя я не верю в это. Я в эти сказки не верю. Правда? Я человек серьезный и с порядочной семьей. Что, я верю. Ой, конечно. А сколько, подождите, фурнитурщик получает? Ну, оплата... Вот невеста какая, посмотрите, гламур, тужур, оплата, все журналы. Оплата мне сдельная, но у меня дополнительный есть бизнес. Я сам занимаюсь корпоративами, я пою на них. А может, вы пришли сегодня сюда меня обаять, потому что я в жюри «Минуты славы»? Дело в том, что у меня очень чтобы я была за горит вас? Желание
принять участие в проекте «Минитеславы». И это сегодня я хочу вам доказать. И покорить сердце Дарины. А давайте-ка вы посоревнуетесь с африканскими-то парнями, как обещали, и докажете нам, чем вы лучше. Ну, что у вас есть? Какие у вас заготовки-то? Вы я же... пою. Вот и я давайте пою. Петь. А давайте покажем, на что вы способны, докажем делом, как говорится. Вот они, посмотрите, как здесь. Для Дарины это второй подарок. Да, первый подарок это он сам. Так танцую. В этот вечер снова ждет тебя другой. Это он украл любовь у нас с тобой. Не ходи к нему навстречу, не ходи. Его гранитный камушек груди. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек груди. Узор ходит за тобою по пятам. Ты не вери его словам. Он слова твои красиво говорит, только каменное сердце не болит. Он слова твои красиво говорит, только каменное сердце не болит. Не понравилось? Безумно! Я, конечно, танцами занимался в детстве. Потихоньку проявляю это танцевальное движение. Но и петь для меня это не последний шанс. Вы прекрасно поете. Танцевальное движение. Но и петь. Если Михаил хочет познакомиться с нашей подружкой-красавицей, именно эти африканские движения, понимаешь? Покажите, что вы сидите за столом и рассуждаете. Ну, а ну-ка на сцену проходите, вам сейчас будут показывать африканские движения. Движение должно быть, да, плавно, руки, да, и ноги. Попробуйте, попробуйте. Это не кунг-фу, давайте. Что должно быть, мне будет трудно для начала. Да. И во-вторых, второе движение обязательно, да, трясет. Это очень важно. Я тебе объясню, почему потом. Ну? Давай, повтори. Давайте вместе повторим. Хорошо, давайте. Давайте. Сначала вы идете. Пам, пам, пам. Стоп. Нет, Михаил. Михаил, смотри. Это не годится. Смотри, смотри. Вот так. Хорошо. Смотри, а? Ничего, ты молодец. Будем стараться, Пьер. Надо стараться. Одно простое движение все решит. Хорошо.
Михаил, то, что мы видели, нас в такой восторг просто привело. Спасибо вам огромное, вы потрясающий. Вы такой талантливый, вы такой яркий, вы нас так порадовали. С Новым годом и проходите в свою комнату. Ну что, девчонки, за русских парней, как гордость распирает? Прям распирает. Но я могу сказать, что, конечно, у Дарины каменное сердце. Вот прям пел Михаил про каменное сердце. Конечно, ваше сердце ему не откроется. Как вам-то? Ну, мне кажется, для Дарины... Слишком хорош мне. Они смотрели в паре, кстати, здорово. Раскрылась, немножко раскрылась. Для африканцев она, конечно, была скромная девушка. А вот для меня она раскрылась. Михаил... Он на свой мир, он живет какой-то мир, который, может быть, нам непонятно. Это русский кураж называется, без водки причем. А если выпил бы, все бы вы молчали бы. Он не пьет и не курит. Ну да, я говорю, знаешь, без водки, как его, как это расколбасил. Это еще будет просто ого-го. Ты очень хорошо танцевал, но все-таки африканцы тебе тяжело переплюнуть. Он профессиональный танцор, но поешь ты очень хорошо. Знаете, Пьер, я вам хочу сказать, вы не обижайтесь. Вас этому учили, вам за это большие деньги платит. У вас с детства как бы все вот это в крови. Это каждый дурак так может. А вот как вышел Мишка на сцену, оно для нее незнакомое место. Его как дал. Как между прочим, да. Зримая песня на сердце показала. Смотри, что и Дарина соответствовала. Да. Но Дарина-то наблатыкалась, она смотрелась у себя на работе. Чем занимается? Праздниками. Она это видела, перевидела. А он как отчаянно-то боролся за ваше сердце. Мне понравилось, тебе, судя по всему, тоже. Нам да. Всем очень понравился Михаил. Я чувствую душой и телом, что что-то... Какая-то искорка между вами проскочила. Пьер, Ян, Дарина, вот мы познакомились с тремя женихами. Кого вы рекомендуете своей подруге? У меня симпатии больше к Хнок. Не знаю почему, но он веселый, он то, что надо. Мне кажется, что пар... Настроение нашей подруги. Да как можно спасибо. Его не да. Влюбить? Тебе понравилось? Ну, брат, честно, у меня что... сердце бьется, ты себя не представляешь. Как ты чувствуешь? Я могу сказать, что я уже влюблен. Вау. Честно. Конечно, Хынок не мог оставить равнодушным меня. Поэтому, конечно же, Хынок, что мы сейчас будем сидеть здесь и рассуждать? А я теперь понимаю, что такое африканские страсти и почему вы так тянетесь к таким мужчинам. Вы знаете, понимаю. А потом мне очень нравился в свое время фильм, он назывался «Зефир в шоколаде». Я очень люблю «Зефир в шоколаде». Это так здорово, во-первых, так вкусно и так необычно. Я тоже за него. Я уже готов показать ей мои родители. Вау. Честно, да. Я даже, даже хоть сегодня, да. Я его возьму. А что звезды? Звезды говорят, что вам нужен мужчина огненной стихии. Таких сегодня было два, Джексон и Хэнок. Но Джексон вам не понравился. Это очевидно, это было отчетливо видно. Поэтому, конечно, только Хэнок. Ну, идите, идите уже к тому, кого вы выбрали. Мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 44. Татьяна, 28 лет, номер 1816. Администратор в гостинице, занимается вокалом, ищет музыканта, певца или танцора. Игорь, 27 лет, номер 1817. Бармен в модном клубе, играет на бас-гитаре и фортепиано, ищет зеленоглазую блондинку с юридическим образованием. Мы не знаем, выйдет Дарина одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. Очень рада. Очень. Сегодня у нас есть пара Дарина и Хэнок. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я Лариса Гузеева. Желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Спасибо, удачи. Спасибо.
Во-первых, у нас сегодня не программа, а просто праздник. Пускай ты будешь топлес. А я готовлю тебе борщ, а ты играешь на арфе. Поймите, я истинно Наташа Ростова, я юна, я стеснительна. А что это вы, милостивый сударь, не встряли вообще-то? А сколько наследство-то имеете?